Привет, с вами снова я, Стелла. И сегодня у меня очередные соревнования. Я сижу в ласточке, и я сегодня опять направляюсь в Зеленоград. Но это уже какой-то новый зал. Сегодня я без обруча, как можно заметить, потому что его забрал мой тренер. Однажды он сказал: твой полет всего лишь сон, и ты летать не стал. Стал таким, как он, и по земле ходить научился, как ребенок ты. Но все не мог забыть той прозрачной высоты и лететь по белому свету, став одним движением ветра. Как приземлиться, а у птиц в свободе учиться. Однажды ты
Спасибо. Захарова Стелла, Москва, ЦСКА. Спасибо. Мы рады приветствовать вас на открытом детском турнире по художественной гимнастике «Зеленоградская весна». Ура! На пятом месте Захарова Стелла, Москва. Я заняла пятое место, и мне дали вот такую вот грамоту. И подарили подарок. Это наколенники. Розовенькие. Дуэт фирмы.